Наташа, мы с ней просто друзья, и между нами ничего нет. Как тебе это доказать? Убей ее и принеси мне ее голову. Милый, слушай, там розетка в комнате так искрит, а? Скажи, посмотри, пожалуйста. Сейчас, подожди минутку. Ты издеваешься надо мной, а? Ты долго еще здесь? Сейчас, сказал, подойду. Ой, да ну тебя, я быстрее сама посмотрю. Стой! Что? Без меня ничего не делай. Почему? Ну, вдруг я током ударит. Ой, ты заботишься обо мне. Ты так мило. Нет, я хочу просто посмотреть на это. Ну, слышите, ребята? Вот это каждое утро вот так вот происходит. На свете мои. Милый! Глаза. Милый! Чего? Скажи мне, пожалуйста, а ты чего вот так вот орешь каждое утро на всю ванну, а? А, так это у меня с детства. Мама в детстве заставляла меня пока купаюсь, чтобы пел. Чтобы, знаешь, я жив и не утонул. Их почему-то любит. Подожди. Зай, ты что делаешь-то? А, вон. Да блин, ты сказала положи в стиралку грязные вещи. А я взял холодильник загрузил. Слушай, мне вот иногда кажется, что я придурок. Я тоже так делаю. Че, у тебя было, что вещи грузишь в холодильник? Не. Думаю, что ты придурок. Регистратура. Здравствуйте, а мне бы к урологу на прием записаться. Что, на 5:30? Да не, вроде. Просто покраснение. Вообще-то я про время. А, извините. Да, устроит. Ага. Ребят, только с леса вышел. Заблудился немножечко. Хочу дать вам совет бывалого грибника. Если вдруг вы заблудились в лесу, обязательно сядьте посрать. На вас выйдут охотники, туристы и грибники. По-любому. Да ладно, что ты грустишь-то, Лех? У меня, кстати, есть две новости. Одна хорошая, другая не очень. С какой начать? Давай с хорошей. Сейчас тёлочки должны подъехать. А вторая? Обе не очень. Сидят. Костя, скажи мне, вот когда яблоки нужно собирать? В августе. Подумай хорошо. Может, в сентябре? Когда собака привязана. Зай, ну что там с погодой-то, посмотрел? Да, слушай, посмотрел. Скажем, днем все будет теплее на 1 градус. В смысле? Это как? Вот, смотри. Сегодня воскресенье, 23. Понедельник 24. Вторник 25. Среда 26. Четверг 27. Пятница 28. Суббота вообще 29. Офигеть. А 1 сентября, я так понимаю, до 1 градуса упадет, да? Почему? Потому что ты даты смотришь, чудо! Мужчина, вам подсказать что-то? Ребенку шорты выбираю. А поконкретней? 8 класс. А точнее? 8-й Б. А теперь иди сейчас с этим 1 сентября. Короче, цветы я больше покупать не буду. Хватит. Ну чего ты, милый, на 1 сентября же. Ты знаешь, вот объясни мне, какого хера я должен покупать цветы женщине, которая будет мучить целый год меня и моего ребенка? И я даже на ней не женат.